Дорогие друзья, сегодня узами брака себя сочетает Герман Черных. Я решил 12 недель подряд каждый день выследить за тем, как я делаю из этого тела. Меньше 10 человек, которые вот меня прям реально жестко мотивируют на что-то. Лес, нужно озвучивать влог. Герой получается. Через 3 месяца буду реально секси. Вообще просто. Гер, он ли фанс или одноклассники? А есть, там голые девочки, ты пропускаешь всю. Вообще. Добавляй! А где Simple People? Покажи, как он выглядит. Короче, идея какая. Мне 27 лет исполнилось недавно. И за эти 27 лет я ни разу не накачался нормально. Там такое происходит. Короче, мама говорит, что там что-то происходит. Да. Что случилось? Лерия, рассказываешь, что ты голый? Я вдохновился Уилл Смит. И сейчас я делаю бумеранг в Инстаграм. Я решил 12 недель подряд каждый день будет следить за тем, как я делаю из этого тела классное тело и осваиваю новые навыки, такие как фехтование, бокс, конная езда, это как это называется? Конный спорт. Пишите вообще все, что хотите, чтобы я попробовал, потому что 12 недель посвящены спорту и невероятным изменениям, которые произойдут со мной и с Уиллом Смитом. Но у тебя не такое уж плохое тело, поэтому я думаю, можно ничего не делать. Нет, у меня не такое плохое тело, но фишка в том, что я хочу, чтобы у меня были кубики и все такое, и плюс хочу освоить новые интересные навыки. Мне кажется, это будет интересный челлендж. Все, кто хочет со мной это делать, обязательно пишите мне, приглашайте меня к себе. Я буду приглашать блогеров заниматься со мной. То есть это будет просто такой невероятный большой проект. Обносочек нету, папочка? Покажи тебе обноски, я тебе могу купить новые вещи. Мне не хочу новые, хочу обноски. После тебя это же винтаж. Согласна. Я хочу новые. Гер, и мне нужен этот момент под конец. Мы в конце вставим классную нарезку. Знаешь, чем нужно? Чтобы ты прям с ней тусишь уже не как кот корпусовский, чувак, а как просто классный. Вот так, окей? Okay? Егор. Егор Вичин выступает в джипсе, я, походу, не успею к нему. Ага. Ты сейчас опускал. Шанс пополнить баланс. Раз, два, три, и ты повелась. Почему вообще я решил вот это сделать? На самом деле я уже очень давно хотел заняться спортом каким-нибудь. Мне интересны были разные виды спорта. И Уилл Смит, вот он реально меня мотивирует. Меня мотивирует на самом деле не так много людей. Уилл Смит, Джастин Тимберлейк, Джастин Бибер, Скала, Дуэйн Джонсон, Илон Маск. Меньше 10 человек, которые вот меня прям реально жестко мотивируют на что-то. Я подумал, что вот оно, вот настало время сделать что-то для себя, что-то крутое и выделить на это 12 недель. Я хочу реально не просто сделать классную форму, но еще и освоить что-то новое. Обязательно напишите в комментариях, что мне можно освоить. Например, я точно запишусь на фехтование, может быть, баскетбол. И вот я не понимаю, сколько раз надо заниматься, допустим, фехтованием, чтобы реально его освоить. Допустим, если я раз в неделю, 12 недель буду фехтованием, один раз в неделю заниматься, это 12 раз, мне кажется, 12 раз я что-то буду уметь. Также по остальным там видам спорта, по конному спорту, 12 раз, мне кажется, это достаточно для того, чтобы уже как-то базовые навыки получить. Фехтование вообще для меня это что-то за гранью реальности, я не понимаю, как вообще люди это делают. И это как будто... А зачем это? Это очень тренирует твое тело. Типа, нет, фехтование, как-то... чтобы на мечах драться потом? Да. Нет, я на самом деле фехтование хочу научиться. Вдруг я когда-то где-то буду сниматься, где надо будет на мечах драться. Что вот еще? Вот что такое можно прикольное, как фехтование? Теннис! Скалодром какой-нибудь. Теннис большой, кстати, да? Прыжок с трамплина в воду. Знаете, чем я займусь? Чем? Я буду серфить. Серфинг! Все, вот, едем серфинг. На Бали, ребят. Я сегодня выложил пост, я скопировал вот это вот. Гер, может аккуратнее есть, чем нет джамбо? Я сделал вот эту идею Уилл Смита, и мне было, не очень комфортно, да, такое выкладывать. Но я это сделал, знаешь, поэтому... что ты так всегда не любишь оголяться, а тут прям... Да, поэтому обязательно, подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на этот канал, потому что, я думаю, два раза в неделю, я думаю, будем выставлять влоги сейчас. Один раз точно, два, я думаю, два, потому что будем много снимать, будет много разных активностей, спорта и всего. И в Инстаграме, в закрепе мы сделаем 12 недель. Наверное, начиная с понедельника, мы сегодня уже начинаем, закреп сделать с понедельника. Хотел посмотреть, какой сегодня день недели. Через 3 месяца буду реально, секси. Вообще просто вау. Влад Хошин тебя обязательно еще больше полюбит. Лес, нужно озвучивать влог. Герой получается. Шутками, чтобы он был. Гер, only fans или одноклассники? Only fans. ВКонтакте или одноклассники? Only fans. Инстаграм или Аська? Уволите Лесю или будет нормальный влог? Уволите Лесю. Уважаемые сотрудники продакшена, зарплата пришла на полчаса раньше. Стопа, Simple Dimple берешь? Слышь, добавляй. Добавляй!
Да, и Simple Dimple не забыть. Давай. В общем, появились такие детские игрушки, типа антистресс, Simple Dimple, ну, скрыши давно, Pop It. Короче, всякие вот эти фигни, и я увидела в ТикТоке давно. Дети рисуют на огромном листе галочку, крестик и плюсик. В середине пустое поле. И ты кладешь, допустим, сквиш, и другой человек такой, и ты спрашиваешь у него, берешь? Он такой, на плюсик, добавляй. Что, не понял, Гер? Нет. Я тоже. Но я точно уверен, что теперь нам надо купить игрушки Pop It. И сквиш. И сквиш. Где их купить? Давайте купим. На Озон можно. Да, я уже заказал Pop It. Ну-ка. Это Simple Dimple. А где Simple Dimple? Покажи, как он выглядит. Simple Dimple, вот он. Почему все это обсуждают? Объясни. Не знаю, завтра узнаю. Завтра это придет у нас на... Мы заказываем это, конечно же, на Озон. Теперь мы будем настоящие в теме. Мы теперь в детской теме. Мишки Гаммы. Ева Миля открыла танцевальную студию. Что... Поздравляю, Ева! И там прямо сейчас идет первая тренировка. Смотрите. Ну, репетиция, тренировка. Нет. Репетиция. Подписывайтесь вот, на аккаунт. Вот это первая репетиция, смотрите. Если кто хочет реально заниматься танцами, обязательно покупайте абонементы. Ходите в нашу Евину Ями Дэнс студию. Вот, совсем уже будет... вообще невозможно. Это мне даже такой вот прикольный симпатик. Давай. Дорогие друзья, сегодня ужин брака себя сочетает Герман Черных и его новый супер-хит OnlyFans. Герман, согласны ли вы принять тренды Ютуба, а также ВКонтакте, что там, Бум? Что-то как не особо весело. А есть, там голые девочки, ты пропускаешь? Мне сказали, что вы голые были. Вы все? Я разрешил мне снять пародию на клип OnlyFans. Мы берем тучных девочек, и они поливаются водой. Бэби, ты на OnlyFans. Это фрилап. Мы снимаем сексуальный клип для Гэри Грей. Почему ты никого не раздел? Откуда ты знаешь, что так было в закулисье? Короче, ребят, вот здесь находится студия Евы Миллер. Я вам покажу подробный путь. Здесь можно устроить какую-нибудь ускоренную версию. Катрин, задание от Евы, нужно купить Pop It Type Simple Dimple и продавать на ресепшене. Я такой... Там интересно, что я знаю, что это теперь. Я теперь это тоже. Новый бизнес. Это XO-производство, XO Incorporated. Знаешь, Надя, на кого-то похожа, на какую-то рыбку из подводной братвы, вот эта вот красная, которая Нет. шалала. Знаешь, что такое Simple Dimple? Знаешь, что такое Simple Dimple? У нас есть традиция, что на каждый клип Ева Миллер говорит, я не приеду, даже не ждите. Да-да-да. Я причем еще ее раз пять уговаривала. Я говорю, Ева, ну приезжай, ну пожалуйста, ну приезжай. Она, нет. Тихо, важная информация. Есть Ев, что сегодня произошло, когда ты к нам ехала? Меня первый раз остановили полицейские. Он меня спросил, зачем тебе столько Макдональдс? Я говорю, к друзьям еду, еще хорошо. И сказала, что на клип, он спросил, на какой клип? OnlyFans. И такие, ну мы с тобой. Короче, здесь стена автографа. Буду писать свой ник, name, Gary, Bray, прямо здесь. На самом деле, очень классная идея, мне это очень нравится, обожаю такие штуки. Вот я очень много где был в офисах Google, и там вот часто такое делают, и мне это очень нравится, поэтому я с удовольствием оставлю здесь свой скромный автограф. Какой ты корчной. Ты воодушевился моей фотографией? Да, весьма. Уже восторг. Честно? Ну, естественно, я всегда честен. Сережа Каренин, если что, это мой друг с самого детства. У нас моя мама и его мама одноклассница. И сейчас работает в ворд-классе на высокой должности. И он как бы предложил мне вот сделать созвон с ворд-классом. Елена, пиар-директор нашей потрясающей компании. Ну, короче, идея какая? Мне 27 лет исполнилось недавно.
И за эти 27 лет я ни разу не накачался нормально. Ну, то есть, там, типа, у меня нет там особого жира, там, все такое. Но я никогда не был вот прям вот в спортивной классной форме и всегда хотел. Я уже давно думал о каком-то подобном проекте, вот, mm-hmm. и тут вы возникли с этим предложением. Мне кажется, что вот это все идеально совпало. Вот, с Сережей мы вчера обсуждали, у нас есть диетологи, которые тоже могут подсказать план питания там, в соответствии с вашими целями. Худеть, поправиться, набрать мышечную массу, mm-hmm. все зависит от вашего случая. Ну и, конечно же, персональный тренинг, безусловно. Для таких скорых результатов без него я тут не обойтись. Мы придумали с Евой шутку. Какой? Ев, какую? Расскажи ты. Катрин Симпл Димпл. Baby, ты на OnlyFans. Это free love, нет, only freelance. Это мой шанс пополнить баланс. Раз, два, три, и ты повелась. До начала съемки Настя ко мне подошла и говорит, я хочу в XO, как попасть. Поэтому, если через месяц Настя будет в XO, вопросов не должно возникнуть никаких. Гера, Настя будет в XO? Да. Гера, просто посмотрите на Алишу, которая уже все равно, я в команде. Алиш, ну сделай секси лицо, а? Алиш, у тебя лицо, как она шутка. Это free love, нет, only freelance. Это твой шанс пополнить баланс. Раз, два, три, и ты повелась. Baby, ты... Смотри, на часах 20:42. А ты сегодня выложил пост. Да. А, ты сегодня занимался? Так у меня с понедельника. Это я сейчас сегодня... А, нет, начни прямо сейчас. Зачем ждать понедельника? Да. Видел, как я видел, как я прозвенел? Гер, ты игнорируешь в первую очередь не себя, а меня. Да. Нужно заниматься спортом. Ты даже взял с собой коврик, кепку и свой чемодан. Там такое происходит. Короче, мама говорит, что там что-то происходит. Да, там такое происходит. Что? Называется, мы приехали ненадолго. И мы должны были утром уехать. И я Александру говорю, а ты заметил, что мы не уехали? Он говорит, да, я заметил, что мы не уехали. Вон там что-то? Да. Что он делал? Это процесс. Все доски истратил какие-то. Это процесс. А что уже сделано? Ну иди, подойди. А цель этого, непонятна, правда? Да. Стояла вот тут посередине, и все вот так вот раздолбано. А кто стоял? Вот этот куб. Так это же мусор. Какой тут мусор? Это же Никелодиум. Где? Вот это, будка Никелодиум. А для чего он? Колеса там у вас хранятся. А это что такое? А это бассейн. Там незаметненькая штучка, аккуратненько чистенько. Не, ну это да, да. Прикольно. Вот это... Короче, купил мороженое, белые грибы, вкус белых грибов, будем смотреть. Куда смотреть? Я имею в виду, будем не смотреть, а будем пробовать. Ну что, момент настал. Вообще вкусно. Я тебе нельзя столько много есть мороженого. Держи. Но я тоже не хочу. Да-да-да. Не хочу. Да-да. Что? Странно? Как будто, знаете, как в детстве ты после дождя ковыряешь дерево? Я думаю, все же ковыряли дерево. Нет, зубками. Зубками, бельчинами съешь. Ну да, быстрее я так. Реально белый гриб. Я решил визуализировать каждый свой клип. Я не знаю, насколько его хватит. Просто сегодня. Я так сказал? Да. Кому я так говорил? Ты мне сказал, что меня ассоциируют с Ютубом. И со съемками. Меня всегда визуализировали люди по моим роликам. Давай, да, давай я на каждый свой трек буду писать, снимать клип. Я говорю, может, что случилось? Там что-то случилось. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, подписывайтесь на девочек. Они все очень классные, большое им спасибо. Палец вверх, подписка. Немного вам денег. Это Оля мне дала. Я хотела ТикТок, Гер, на твою налево. А, честно? Я думал, что ты, мне дала. Нет, ты же поговорили с твоей деньгами, ТикТок снимем. Сейчас? Да, дай мне денег, пожалуйста. Еще один, давай, бэйби.